Здравствуйте, дорогие друзья! Вот я сегодня вам хотел показать, как собирают урожай хлопка в Узбекистане. Для тех друзей, кто раньше жил в Узбекистане, и для тех, кто вообще не имеет представления, что такое хлопок, и для тех, кто, для наших соотечественников, которые в данное время находятся на заработках в странах СНГ и мира, кто находится на учебе. Вот у нас осень наступила, и смотрел хороший урожай хлопка. Это бывший совхоз Садин номер 6 Зафарабадского района Дзагской области. Этот район открывался в 1973 году. Тогда этот район назывался Октябрьским. Как видите, вот хороший урожай, молодые девушки, парни, все вышли на уборку хлопка. Хлопок убирается вручную, и кто собирает хлопок, за день кое-кто успевает собрать до 250 килограммов. А кто не умеет, собирает около 60-70 килограммов. Ну, это, скажем, сейчас, если собрал 100 килограммов, это значит, будет где-то $12 за день. Ну, и кое-какая прибавка к семейному бюджету. Вот некоторые могут сидя собрать. Вот этот парень, например, оказывается, собирает в день 250 килограммов. Он очень шустро собирает. Вот девушка тоже собирает около 200 килограммов в день. Это для Узбекистана, это хлопок имеет огромное значение. Это стратегическое сырье. Хлопок – это основа текстильной промышленности. И из семян хлопка делают хлопковое масло, которое очень ценится в Узбекистане. И, надеюсь, и думаю, в других странах тоже. Вот мы побывали на хлопковом поле. Это хлопковое поле принадлежит Дилмураду Ергашеву. Его отец Рахмат Ергашев. Раньше он был фермером, потом его сын стал фермером. Вот у них сегодня хороший урожай. Надеюсь, они выполнят. Кто собрал? Собрать одно дело. Еще это все это надо нести к весам, чтобы сдать. Ну вот видите, вот тюк носят хлопок. Вот один тюк где-то весит около 20-30 килограммов. Вот девочки носят хлопок, то, что собрали. После этого все это отправляется на тележках хлопкозаводы. Вот я вижу тут моего друга Халмурата. Спасибо за внимание.